Салам алейкум, как человеку, убежденному в том, что Корана достаточно объяснить, что без сунны и хадисов не обойтись? Человек убежден, что нет точно гарантии, что хадисы никто не исказил. Итак, во-первых, давайте разберемся с тем, какие у нас имеются доводы и доказательства того, что без... Разъяснения непорочных, в частности без толкования, без разъяснения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Коран понять сложно или вовсе невозможно. Обратите внимание, Всевышний в Священном Коране неоднократно подчеркивает то, что он не спаслал священный Коран людям для того, что бы посланник Аллаха разъяснил этот Коран людям, например в Суре 16, в аяте 44, это 1644, во анзална илейка на линна сима илейхим. всевышний говорит, мы не спаслали тебе поминание Коран для того, чтобы ты, о посланник, разъяснил то, что им было не спослано чтобы ты разъяснил. Мы не спаслали, чтобы ты разъяснил. Не говорится, мы не спаслали, чтобы они сами поняли его. Нет. Коран необходимо понимать через разъяснение его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейху алейху алейху. разъяснение посланника. Этот аят ясно, яснейшим, недвусмысленнейшим образом свидетельствует о том, что Коран и в понимании, и в толковании Священного Корана необходимо обращаться к разъяснению и толкованию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и, алейхи, и других непорочных, которые, которых после себя оставил его Святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи алейхи, когда сказал, я оставляю среди вас две драгоценности. Это один из аятов Священного Корана. Или другой аят Священного Корана в той же суре, в 16 суре, аят под номером 60, 4, где Всевышний говорит «Вама анзальна китаба илля Обратите внимание, Всевышний говорит, что мы не спаслали тебе книгу только и только и только для того, чтобы ты разъяснил. Мы не спаслали книгу только для того, чтобы ты его разъяснил. Или же в другом аят Священного Корана, в суре Бакара, во второй суре Священного Корана, в аяте 151. 2, 151. Всевышний говорит, арсальна фикум расулян минкум ятлю алейкум аятихи что отправил к ним посланника из, среди, из их среды, который читает им знамения Аллаха и очищает их. То есть отправил, Всевышний отправил посланника, который читает знамения, раз, очищает людей, два, и обучает людей книги и мудрости и обучает их тому, чего они не знали. Обучает, кто этим занимается, кто занимается чтением, кто занимается очищением, кто занимается обучением, знанием и мудрости, кто занимается обучением тому, чего люди не знали. Посланник Аллаха, саллаллаху Если бы посланник Аллаха, саллаллаху не играл бы никакой роли, никакой функции в себе не нес бы, как утверждают вот эти вот не очень смышленные люди под названием Корониты, то посланник Аллаха, алейхи алейхивайсам, просто не спасал бы книгу и никакой роли не приписал бы именно посланнику Аллаха, слаллаху алейхим. Вот читайте, вот книга и читайте. Нет, мы очень часто, и это, кстати, очень небольшой. Я просто не хочу затягивать данное обсуждение, данный ответ. Очень много аятов, которые свидетельствуют именно об этом: о том, что посланник Аллаха, слаллаху алейхи, является толкователем Священного Корана разъяснителем священного Корана, там, тем, кто обучает священному Корану. Это что касается по поводу того, что Коран необходимо понимать через толкование непорочных, в частности его Святости Посланник аллах Саллаллаху Алейхи Ва Алейхи ва Теперь перейдем ко второй части данного вопроса, где э, вопрошающий спрашивает, что Нет точной гарантии того, что хадисы не были искажены. Что как нам довериться хадисам, если у нас нет гарантии того, что они не были искажены? Во-первых, давайте обратимся к самому священному Корану. А где у нас гарантии того, что священный Коран не был искажен? У нас есть гарантии того, что священный Коран не искажен. А в чем эти гарантии заключаются? Где у нас гарантии того, что... Священный Коран не был искажен. Знают ли кораниты, почему священный Коран не искажен? Каковы гарантии того, что священный Коран не искажен? Да, они скажут, вот в священном Коране же сказано, что Аллах хранит священный Коран. Но если у нас нет гарантий, внешних гарантий того, что Коран не искажен, то мы не можем доверить этим словам. Понимаете логику эту? Допустим, если я напишу какую-нибудь ложную книгу, предположим, и в этой книге напишу, что это правдивая книга, да, напишу, что эта книга правдивая, заслуживает ли вот это вот высказывание, что эта книга правдивая, доверия? Нет. Почему? Потому что сначала эта книга должна быть доказана, что она правдивая, чтобы мы могли этому утверждению верить. В противном случае невозможно верить. То есть мы не можем доказывать неискаженность Корана тем, что в, в самом священном Коране сказано, что Аллах хранит его. Почему? Потому что если бы у нас не было бы других гарантий, у нас не было бы и гарантии того, что и этот аят не является искаженным, добавленным и так далее. Поэтому каковы гарантии того, что священный Коран не искажен? А гарантией неискаженности священного Корана является то, что Коран дошел до нас через таваатор, Настолько большими и многочисленными путями, в каждом поколении мусульман было огромнейшее количество мусульман, которые хранили этот священный Коран и передавали его следующему поколению. И вот этот таватор, -а множественность передач, настолько много было передатчиков, что не возникает никаких сомнений, что Коран дошел до нас именно таким. Каким он был оставлен пророком, саллаллаху алейхи, ва алейхи ва Таким образом, таваатур является гарантией неискаженности священного Корана. Теперь давайте обратимся к сунне, к хадисам, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва среди хадисов, хадисы, посланника Аллаха, делятся на два вида, на те, которые дошли вот таким же путем, как Коран, то есть Таватур, и те, которые дошли другим путем, не достигающим Таватура или таватор, или не таватор. Это хадис, это сунна. Если говорить о, тех, о той части, которая дошла до нас через таватор, то она гарантирована теми же гарантиями, которыми гарантирована э, гарантирован священный Коран. Поэтому у этих несмышленных коранитов абсолютно нет никаких оправданий в данном случае. Потому что эти хадисы, которые дошли до нас через таватур, они гарантированы ровно тем же, чем гарантирован священный Коран. То есть именно таватуром гарантирован. И среди этих хадисов, которые достигают степени таватура, это то, что его светлый посланник Аллаха, саллах, алейхи, и алейхи и салям, оставил после себя. Коран и свой Ахляльбейт. Это тоже хадис достигает степени Таватура. И этот Ахляльбейт также является разъяснителем священного Корана, и от которых также передаются мутаватры предания. Мутаватры предания от Ахляльбейт. Таким образом, вот этот вот объем мутаватор преданий, мутаватор хадисов достигает просто больших масштабов, глобальных, огромных объемов. Это по поводу того, что касается мутаватор преданий. А теперь давайте поговорим о тех преданиях, которые не достигают степени таватур. Эти предания, которые не достигают степени таватур, они передаются разными путями. Некоторые эти пути содержат в себе ненадежных людей, людей, которые были склонны к несправедливости, содержат в себе людей, которые были склонны к лжи. И Вторые, вторая группа преданий – это предания в цепочках передатчиков, в которых нет лжецов, несправедливых и лугунов. Те цепочки передач, в которых есть лжецы, лугуны, выдумщики и несправедливые люди, и их мы откидываем, о них мы их никогда не собирались доказывать и доказывать не собираемся. Поговорим о тех, о тех преданиях, не достигающих степени товара и передающихся нам по цепочке передатчиков, исключительно состоящих из надежных, правдивых и справедливых людей. Что по этому поводу говорит сам священный Коран? Обратите внимание, в одном из аятов священного Корана, это 6 аят 46 суры, Всевышний говорит, «Инджа акум -э фатикун бинабаин фатабайяну» что если к вам придет нечестивец с сообщением, то исследуйте, исследуйте это сообщение. То есть не принимайте от нечестивца сообщение. О чем говорит это? стоят, о чем говорит? Это стоят, говорит о том, что если сообщение дошло до нас через не нечестивца, а через справедливого и порядочного человека, то принимать от него предание и сообщением можно. Можно принимать это сообщение, если передается не нечестивцам. Ибо если бы и от не нечестивца, и от надежного человека мы не, не должны были бы принимать, то аят не должен был бы звучать таким образом. Да? То есть, если Всевышний говорит, что если к вам пришел нечестивец с сообщением, то не принимайте, а исследуйте, интересуйтесь, Посмотрите, вообще, правда это или нет, исследуйте объективную реальность, чтобы понять, это правда то, что он сообщает или нет. Этот аят говорит о том, что если человек не является нечестивцем, а является надежным, порядочным человеком, то его сообщение необходимо принимать. И этот аят ясно и недвусмысленно об этом свидетельствует. Поэтому нашей обязанностью, о которой говорит сам Всевышний в Священном Коране в отношении этих преданий, которые дошли до нас от непорочных, по путям, которые не достигают степени Таватуэра, но при этом передающихся исключительно вот, надежных и порядочных людей, наша обязанность в отношении эти, этой группы хадисов, то, чтобы мы их принимали. Об этом говорит сам Всевышний в Священном Коране. И не только, кстати, в этом аяте, и во множестве других аятов, я приведу, например, еще один аят, это 122-й аят 9 суры, где Всевышний говорит «Во ма каналь муминуна льянфиру кафатан, фаллау ля нафара мин кулли фиркатин минхум таифатун, лья тафаqаху фиддин, валь юндыру кавмахум, ида раж'у илейхим, ля аллахум яхдарун». Пусть, пусть из каждой группы, из каждого племени будут люди, которые отправятся изучать религию и углубляться в религию. Для чего? Лиумды рукаум магум идараджауилайхим, чтобы когда они вернулись к себе домой в свое племя, чтобы они увещевали свой народ, ля аллахум яхдарун, возможно, люди и их племя будет увещеваться, будет принимать это увещевание. То есть Всевышний в этом аяте Священного Корана говорит о чем? Говорит о том, что было бы хорошо, чтобы из каждого племени были люди, которые изучают религию и потом приходят в свое племя и увещевают свое племя. И как этот аят во времена Посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи воплощался, мы прекрасно знаем, что из каждого племени были люди, которые приходили в Медину, потому что этот приказ был во времена Посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи И Отчетливо дошло до нас, что были из каждого племени люди, которые приходили к посланнику Аллаха, алейху, асалям, получали от него религию, изучали религию от посланника Аллаха, алейху, асалям, получали аяты, их толкования, их понимание, их раскрытие, и потом возвращались к своему народу и передавали эти знания своим людям, своему племени. И в этом аяте Священного Корана Всевышний говорит «Ля Аллахум Яхдарун». Возможно, эти люди будут увещеваться. То есть Всевышний говорит, что было бы хорошо, чтобы люди увещевались, чтобы принимали эти увещевания этих людей, которые получили эти знания. То есть... Эти люди, они не были так, так многочисленны, потому что сам Всевышний говорит, что пусть из каждого племени будет группа людей. Эти, эти, эти группы людей, то есть они не были многочисленны настолько, чтобы их сообщения достигали степени товара. Правильно? Один, два, три, четыре человека из каждого племени отправлялись к пророку, алейкум, получали знания и приходили к своему народу. И Всевышний говорит, хорошо, чтобы это племя увещевалось, получало знания у этих людей. И было под воздействием слов и учений этих людей. Если бы Всевышний... То есть это, это я, ясный и недвусмысленный приказ и призыв к тому, чтобы мы верили этим людям, которые доносят до нас религию. Даже если это сообщение не является мутаватором. И в противном случае, если бы мы не обязаны были бы увещеваться, Всевышний не сказал бы ⁇ Аллах Мяхадуру ⁇ Это 122-й, 9-й суры. Поэтому, как мы видим, священный Коран разъясняется посланником Аллаха, саллаллаху алейхи раз. У нас хадисы делятся на, дв на две группы, те, которые достигают степени таватур, степени таватур, те, которые достигают степени таватур, они по своей надежности ничем совершенно не уступают священному Корану, по своим путям передачи. И те хадисы, которые не передаются мотиваторам, но эти хадисы, если они передаются надежными и порядочными людьми, то мы обязаны это принимать. Как минимум, можем их принимать согласно аятам священного Корана, согласно приказам священного Корана.